Добрый день, друзья. Сегодня у меня в гостях Макс Наварро, мой друг, который мы работаем вместе в дилерской группе. Я как консультант, он как директор по поддержанным автомобилям группы Morris Automotive Group. Макс вышел из организации, которой наверняка вы все знакомы, организация CarMax. Там он проработал 13 лет. В разных позициях, начиная с покупателя автомобилей, кончая главным одним из главных директоров по дистрибьюции поддержанных автомобилей. CarMax, как вы знаете, продает порядка миллиона и точка три автомобилей в год вместе ритейловские и холлсейловские автомобили. Вот. Сегодня мы будем объяснять, чуть-чуть поговорим о поддержанных автомобилях, но перейдем на английский. Спасибо. So, hey, Mike, I'm going to give a quick introduction for you and talk a little bit about your background and stuff. So, со всеми вещами, которые сейчас происходят в мире, можешь ли ты дать свою небольшую оценку того, что происходит по поддержанным рынкам? What's hot, what's good, what's important for you to focus on right now in the used car market? Yeah, great question. So, да, отличный вопрос. Да, со всем, что происходит здесь, в Соединенных Штатах, это, конечно же, непредвиденные ситуации, которые мы не можем сказать, что произойдет в следующем. Все, что мы знаем, нам надо двигаться вперед, и, конечно же, по поддержанным автомобилям мы знаем, что все зависит от нашего склада. Сейчас у нас есть много трудностей, которые мы встречаемся, и, конечно же, с этим мы на этом настраиваем наше внимание. Может быть, это, конечно, находить автомобили, покупать автомобили, это одна из трудностей тоже. Для нас мы покупаем автомобили только один или двумя путями. Первые, конечно же, мы идем на дилерские, только национальные большие аукционы. Сейчас это, конечно, трудность на аукционах в том, что меньше и меньше автомобилей продается на аукционах, потому что недостаток автомобилей. Конечно же, это зависит от того, что много новых автомобилей сейчас не производится, поэтому нету столько продаж и обмена автомобилей на трейдинг. Второй путь, который мы приобретаем автомобили, это покупать их напрямую от покупателей. Клиентов. Это люди, которые приходят нам в наши салоны и говорят, мы хотим продать вам автомобиль, я хочу просто напрямую продать вам его. Я ничего не хочу покупать от вас. Либо они будут использовать свой автомобиль как трейд-ин в покупку нового автомобиля. Поэтому сейчас для нас мой большой фокус, мое большое направление – это покупать по второй программе, по второму каналу, это покупать от покупателей. По нескольким причинам, конечно же. Почему это мой фокус, конечно же? Потому что машины, которые мы приобретаем от наших покупателей, от клиентов с улицы, так сказать, они намного лучше у них намного лучше производительность. А производительность, она, конечно же, на две вещи разделяется. Как быстро они продаются и сколько денег мы на них зарабатываем. Поэтому автомобили, которые мы покупаем у наших людей, у покупателей, они намного лучше производительны по нескольким причинам. Поэтому наш фокус сейчас – это покупать чем больше машин, тем лучше, именно напрямую от покупателей. Как вы тогда находитесь, покупатели, находите этих покупателей, которые продают вам машины? Как люди узнают, что вы нуждаетесь в автомобиле? Ну, конечно же, можно просто ответить. Нужно создать узнаваемость на вашем рынке, что люди узнавали, что вы нуждаетесь в автомобилях. Что вы именно являетесь компанией, которая покупает машины. А ты уже всем сказал, что я работал на CarMax порядка 15 лет. Они, конечно же, революционизировали, как они покупают инвентарь на склад. Одна из самых больших компаний, которые они сделали, промоушенс, так сказать, это тогда, когда я еще начинал, и когда даже до тех пор, когда я уходил от них, это что мы купим автомобиль у вас, даже если вы не купите автомобиль у нас. Поэтому много людей на рынке по разным причинам. Кто-то уехал в колледж, пошел, у них есть дополнительный автомобиль, который они не нуждаются. Может быть, они минимизируют свои расходы. Иногда это, конечно же, по плохим причинам, так как потеря кого-то, члена семьи или потеря работы. То есть существует много причин, почему люди хотят продать свой автомобиль, не покупая другой. Поэтому мы целенаправленно находим таких людей. Создаем онлайн awareness, то есть онлайн в сознании. Говоря просто, если вы хотите продать свою машину, мы хорошая опция для того, чтобы купить ваш автомобиль. И, конечно же, потом создавать маркетинг-компанию, которая бы довела эту информацию до клиентов. Но прежде всего нужно создать это онлайн-awareness.
что вы просто купите автомобиль у клиентов. Ну и так вы создали это awareness, это сознание того, что клиенты знают, что они, вы покупаете автомобиль, но куда они потом идут? Они идут в дилерский центр, они идут в какое-то другое здание. А как это вообще весь процесс работает? Сейчас, когда я работаю в Modus Automotive Group как директор по бэушным автомобилям, у нас есть определенное здание. Наш центр принятия автомобилей, центр покупки автомобилей. Они существуют только для того, чтобы приобретать автомобили у клиентов с улицы. Они не чинят автомобили, они не продают автомобили, у них нет парковки для продажи автомобилей, они просто покупают автомобили. Они берут лиды у покупателей, людей, которые хотят продать нам автомобиль, и которые говорят, я хочу продать вам наш свой автомобиль. Мы отвечаем на эти лиды, мы продаем им встречи, мы подтверждаем эти встречи. Ну, так же, как бы вы, если продаете автомобили. До тех пор, пока они не приедут на наш центр по приему автомобилей. Это небольшое здание с 4 офисами. Два из работников, и все, что они делают, они работают с лидами. Они создают трафик через дверь. Другие два работника, они покупатели. То есть они все делают, что они покупают автомобили. Когда клиент приезжает, они встречаются с ним, производят осмотр автомобиля, проедут на нем. И, конечно же, после того, как они сделали небольшой объем рынка, изучение рынка, они делают клиенту предложение. Сейчас это очень большое внимание мы этому уделяем, этому процессу. Эти автомобили, они очень похожи на трейдинговские автомобили. Когда мы приобретаем это в этом централизованном центре, эти автомобили, то мы распределяем их в те салоны, где больше всего продаются подержанных автомобилей. То есть те салоны, которые быстро продают автомобили, которые нуждаются в подержанных автомобилях на складе. Чем быстрее они продают, тем быстрее они получают от нас автомобили. То есть мы кормим те салоны, у которых производительность на высоком уровне. Ну, тогда, Макс, за последние пару месяцев ты видел увеличение количества людей, которые хотят продать автомобили вам? Да, конечно же, абсолютно, точно. Много деталей, конечно, в этом, но чтобы просто ответить, да, повышение есть. Один из вопросов, который мы учим наших покупателей, мы специально во время приема автомобиля в разговоре, они спрашивают вопрос, просто того, конечно, как, после того, как они представились и объяснили свою роль в этом процессе приема автомобиля. Этот вопрос, который они задают, это будет следующий вопрос. Почему, что привело вам к нам и почему вы хотите продать нам ваш автомобиль? Иногда люди просто приходят, почему? Потому что им интересно узнать, сколько им дадут за автомобиль. Они просто хотят знать, вот я думаю продать свой автомобиль и сколько же я получу за него. То есть они просто делают небольшой обзор рынка и еще в начале, так сказать, своего пути при покупке или продаже автомобиля. Поэтому то, что мы видим в последние 2-3 месяца из-за того, что пандемия, большое количество разной индустрии повлияло пандемии на них. У людей, конечно же, уменьшились у них зарплаты, много людей, которые были отстранены от работ. Это, конечно же, печальные события, которые произошли у этих людей. Поэтому они просто говорят, я сейчас не нахожусь на том месте, где бы я мог содержать этот автомобиль. Я не иду на работу, я даже не знаю, когда я, может, пойду на работу. Конечно же, я ездил на работу туда и обратно, поэтому у меня и были машины. Поэтому они говорят, я готов побыть немного без машины, чтобы до тех пор, пока что-то не улучшится. И поэтому после, когда все поднимется, я тогда уже буду передумывать, наверное, как буду приобретать автомобиль. Люди просто не знают, сколько это будет пандемия продолжаться, поэтому они, конечно, пытаются унизить свои расходы. Ну и во-вторых, иногда даже случается оппозиционная ситуация, чем вот такая. То есть есть люди, у которых эта пандемия не привела негативное влияние, наоборот, даже привела, может, позитивное влияние, потому что они в разных индустриях находятся. То есть некоторые люди даже видели увеличение в своих зарплатах и в своем доходе. Поэтому есть те люди, которые зарабатывают больше, чем прежде. Поэтому эти люди покупают новые автомобили из-за пандемии. Конечно же, многие производители производят очень хорошие компании, хорошие скидки для покупки, продажи новых автомобилей. Поэтому эти люди просто приходят к нам и говорят, что я хочу продать свой вам автомобиль, потому что я уже покупаю новый какой-то. Это ставит нас в очень хорошую ситуацию, конечно же. Поэтому мы смогли капитализироваться, конечно, по этим покупкам этих автомобилей за последние несколько месяцев. Поэтому те автомобили, которые мы приобрели через наш центр приема, центр покупки автомобилей, они продались намного быстрее, меньше даже, чем 30 дней у них оборот был. Конечно же, 30 дней – это для нас цель. Если мы машину продаем меньше, чем за 30 дней, это, конечно же, очень большая продуктивность продажи автомобиля. Спасибо большое, Макс, что ты пришел. Мы, конечно же, поделимся этой информацией с нашими друзьями и запишем еще больше встреч. До свидания.